Телекомпания «Вид» представляет. Того, кто доволен, посмотрите на мою физиономию. Оно просто сияет от счастья. Но это не потому, что я самодовольный и напыщенный дундук. Просто я очень доволен новой встрече с вами, а значит, практически счастлив. Мы начинаем сегодня с нами здесь концертный оркестр программы «Угадай мелодию». И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей программы, они появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами, криками «Браво!» Держитесь, ребята, угадывайте все мелодии. Прошу вас занимать ваши игровые места. И мы незамедлительно начнем съемку. Подпись, аплодисменты всего зрительного зала нашего сегодняшнего самого музыкального из всех игровых и самого игрового из всех музыкальных шоу на нашем телевидении. Добрый вечер, уважаемые участники. Ужасно приятно приветствовать вас на нашей площадке. Давайте знакомиться с миллионами телезрителей, которые затаили дыхание и мучаются вопросами, кто же сегодня на нашей площадке. Участник под номером один – Кирилл Гаврилов! Кирилл закончил Институт инженеров транспорта, а сейчас он держит экзамен на водительские права. Кирилл – любитель ветра и скорости. Он уверен, что сегодня он с ветерком прокатится по категориям программы «Угадай мелодию». Кирилл Гаврилов! Участница под номером 2 – Марина Чеботаревич! Марина – домохозяйка. Все свое время она полностью отдает любимой семье – мужу Вадиму и детям Анастасии и Ярославу. Марина – поклонница группы «Машины времени», вместе с которой она уже сегодня готова заглянуть в третье тысячелетие. Марина Чеботаревич! И третий участник нашей программы – Михаил Добрынин! Город Петропавловск-Камчатский. Михаил – студент, в будущем режиссер-постановщик. Михаил с воодушевлением сегодня принимает участие в нашей игре, в которой, по его мнению, сошлись все. Великолепная режиссура, потрясающие ведущие азартные игроки и музыкальное соревнование. Михаил Добрынин! Благодарю за такие лестные эпитеты. Но что же, доверие телезрителей и участников нашей программы и зрителей в студии надо оправдывать. Займемся этим на досуге. Я объявляю начало первого тура! Кирилл, вы участник под номером один, ближайший ко мне. Выбирайте все, что можно хотите. Можно сразу передать ход девушке. Что передать? Ход. А, конечно, естественно. Вы хотите передать ход Марине? Да, 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 галантный жест. Но он оценивается не такими маленькими, слабенькими аплодисментами, а нормальными, полноценными. Марина, прошу. Что будете брать? Вот из репертуара Софии Ротару. Из репертуара Софии Ротару, нотка, в которой вы хотели сыграть. Первую. Ну то номер один, ее цена 80 рублей. Рубль нашей сегодняшней программе выравняться 10 японским йенам. Итак, выбор осуществлен. Слушаем музыку. Марина, вы были первой, да. В доме моем. Много друзей, совершенно верно, конечно. Угадана мелодия, да. Первая мелодия нашего сегодняшнего шоу. Марин, прошу, выбирайте дальше. Дальше, если можно. Остаемся в этой категории. Нотка? Номер два. Нота номер два. По порядку разберемся со всеми мелодиями. Слушаем. Да, Марина, решились. Верни мне музыку. Верни мне музыку, конечно. Угадана. Есть. Куда поедем дальше? Если можно. Что-что? Продолжить, если можно. А, Кирилл, нет, Кирилл никоим образом не жалеет. Нельзя сожалеть о галантном, красивом поступке. Это все равно, что девушке подарил цветы, а потом жалею ее. Зачем я это сделал? Итак, из репертуара Софии Ротару, нотка номер? Три. Третья, слушаем. Чародей Фарада ходил и кричал: здесь прошли люди, здесь прошли люди, я их найду. Но, в общем-то, в этой песне тоже кто-то там ходил. Марина! Что-то повернуть следы обратно. Твои куда-то. Следы, совершенно верно, угадана! Да! Выбирайте дальше. Закончить уже. Вы выбираете последнюю ноту в этой категории. Слушаем. Только этого мало. Только этого мало, конечно!
Но, в общем-то, это относится к тому, что творится на площадке. Одной мелодии угадной маловато. Укрепляйте, закрепляйте, вернее, свой успех. Выбирайте. В категории про солнышко. А я на солнышке лежу, ну, песня о посещении солярия, на самом деле. Выбирайте, а я вам потом расскажу. Я ее выберу. А я на солнышке лежу, любые виды отдыха в этой категории. Нота? Три. Третья. Слушаем. Да, Кирилл? На недельку до второго я уеду в Комарово. Совершенно верно, угадано. Есть. Михаил, пока вы у нас один двоечник, догоняйте, догоняйте своих участников. Кирилл, выбирайте. Тогда здесь же первое. Здесь же, в этой категории номер один. Слушаем. Да, Кирилл, слушаю вас. Жарких стран. Жарких стран, конечно, угадано. Есть. Куда поедем кататься дальше? Тогда для разнообразия, да. Давайте. Про птиц. Расскажите птицы. Нотка. Что там? А что там? Там птицы, которые летают, летают. И рассказывают, рассказывают. Нотка. Два. Вторая, слушаем. И тоже готов ответу, Марина, да. Лебединая верность. Да, совершенно верно. Прекрасно. Михаил. Я ничего не хочу говорить. Я вам делаю строгие глаза. Михаил, я здесь, строгие глаза и зрительские аплодисменты. Подбадриваем участника. Марина, выбирайте. В этой же категории первую. Про птичек. Про птичек. Слушай. Марина. Вы слыхали, как поют дрозды? Слыхал, слыхал, конечно, угадано. Есть. Михаил, вы от отчаяния уже руки как-то назад убрали. Не надо этого делать. Наложите персты. Михаил, сделайте так. Да, да. И совершенно верно. Сейчас вы угадаете, обязательно угадаете какую-нибудь мелодию. Марина, выбирайте. Ноту. В этой же категории, в этой же категории расскажите птицы. Слушаем. Что вы ждали, ждали, ждали. Вы давали возможность Михаилу, но ваши нервы не выдержали. Да, что это за песня? «Малиновки, заслышав голосок». Совершенно верно. Да. «Малиновки, заслышав голосок». Выбирайте дальше. Про небо. Про небо. Обнимая небо крепкими руками. Летчик и так далее. Нота. Песня летчика. Четвертая. Четвертая. Слушаем. Если у пилота отобрать штурвал, он же все уже не летун. Жалко. Пилот не может не летать. Так называлась эта мелодия. Уважаемые игроки, на этом время первого тура нашей программы заканчивается. Мы аплодисментами отмечаем игру наших участников. Желаем им победы, счастья и удачи во втором туре, в котором мы увидимся через несколько мгновений. Прошу вас зайдите на подиум, уважаемые игроки. Прошу вас, занимать ваши места на подиуме и возвращайтесь во втором туре через несколько мгновений. Начало положено. Нужно только больше пожелать удачи Михаилу. Тогда у него все получится. По мнению Владимира Ильича Ленина, из всех искусств важнейшим являлось кино на тот данный момент времени, то в нашей программе из всех умений важнейшим является выбрать из тысяч и тысяч мелодий нужную, заветную и угадать ее. Это, кстати, не так просто сделать, как кажется. Встречайте наших участников. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Занимайте ваши игровые места во втором туре нашей программы. Время делать, вернее, продолжать нашу сегодняшнюю игру. Дорогие друзья, во втором туре, Михаил, я хочу обратиться к вам. Вы знаете, не расстраивайтесь, главное, не волнуйтесь и не думайте, ой, я ничего не знаю, я и угадаю. И не думайте о том, что вдруг вы уйдете с баранками на вашем игровом табло. Главное принимать участие, главное улыбаться, главное веселиться на нашей площадке. Займемся этим под аплодисменты всех зрителей. Я объявляю начало второго тура! Марина, вы лидер по итогам первого тура, вам выбирать, прошу. Вот из репертуара Андрея Миронова. Из репертуара Андрея Миронова. Прекрасная категория, мы ее слушаем.
про солдата. Про солдат. Они еще на разных музыкальных инструментах играли. А, как называется эта мелодия? Марш какой-то. Нет, в трубы дуют трубачи. Помните, через год каждой изменке народилась по ребенку. Ну что же, Марин, кажется, я вас перехвалил. Сейчас я вас примерно накажу, чтоб другим неповадно было. Две мелодии вы вне игры, я надеюсь, они очень быстро пролетят. Михаил, у вас право выбора, прошу. Цветы ночи, пожалуйста. Цветные ноты, любые цвета. Цветные ноты. Нет, цветы ночи есть, может быть, такая категория, просто ее здесь пока нет. Здесь цветные ноты. Нет. Слушаем музыку. В общем-то, дальтоники иногда так видят мир в этой песне. Да, Кирилл? Не уверен. Не знаю. Но все равно нужно давать ответ. Любовь никогда не бывает что-то... Без грусти. Совершенно верно, конечно. Все стало вокруг голубым и зеленым. Так называлась эта мелодия. Марина, еще одну штрафную мелодию вам придется подождать. Кирилл, выбирайте, прошу. Застолье. Застолье. Прекрасная категория. Слушаем. Да, Михаил! Конечно же, вот кто-то с горочки спустился. Аплодисменты! Браво, браво, браво! Свершилось! Прорыв! Классно, Михаил. Марина, над вами зажигается свет, вы в игре. Михаил, прошу, выбирайте. Ну, останемся тогда. Останемся в категории застолья. Да. Слушаем. Вот ваша категория. Поехали. Кирилл. Что стоишь, качаешь? Аккуратней. Я накажу вас примерно. Зло и жестоко. Кровожадно и беспощадно накажу вас. Ухожу. Быстрее. Поправьтесь. На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях. Идите и отдыхайте. Две мелодии вы вне игры. Марина, у вас право выбора, прошу. Шлягеры 70-х. Шлягеры 70-х. Очень хорошая категория, правда, для некоторых иногда бывает сложной. Внимание, слушаем. Да, Марина. Песни о любви, о тебе. Есть там такие слова? Да, конечно, защитно. Но где мне взять такую песню? А вот всем-то прийти на программу «Угадай мелодию», послушать и что-нибудь выбрать для себя. Марина, выбирайте, прошу. Застолье. Застолье. Следующее. Поехали. Нет, Кирилл, вы не имели права нажимать на кнопку. Как бы... Кто готов ответить? Я. Марина, нажимайте виноват вы на кнопочку. Ли я? Нажимайте на кнопочку. А теперь отвечайте. Виновата ли я? Виновата ли я? Совершенно верно, что люблю. Да, угадано. Вот теперь, Кирилл, над вами зажигается свет. Теперь вы полноправный участник нашей программы. Без всяких поражений в правах. Марина, выбираем. Шлягеры 70-х. Слушаем. Не забывается такое никогда. Я бы сказал, точнее, не повторяется. Повторяется. Не повторяется, не повторяется такое никогда. Угадано. Да, какой я добрый. Не придираюсь, не требую энциклопедических ответов. Засчитываю конкретный. В общем-то, наверное, в этом есть сыромяжная правда. Игроки должны выигрывать, а не ошибаться. Выбирайте. Цветные ноты. Цветные ноты. Замечательно. Возвращаемся в эту категорию. Слушаем. Да, Кирилл? Листья желтые над городом кружатся. Угадано! Выбирайте дальше. Что Михаил, еще осталось? Знаете, я как школьный учитель. Миша, вынь руки из карманов. Выньте руки и наложите их на игровое место. Да, вот так. Еще не все потеряно. Вы как-то уже распрощались со своей карьерой, угадается. Не надо этого делать. Итак, что мы выбираем, Кирилл, простите? Ну, под цветным еще. Под цветным. Вдарим. Слушаем. Без цвета, я не помню, не прячь какие-то глаза. Вот цвет. Желтые, красные или зеленые? Зеленые глаза, да, не прячь зеленые глаза, угадано. Уважаемые игроки, на этом время второго тура нашей программы подходит к концу. Михаил, я призывал вас, я увлекал, я делал вам строгие, ну не зеленые, но я бы сказал так,
серо-стальные глаза. Вы не послушались меня, вы проиграли. Вам аплодируют все участники и зрители. Конечно же, зрители говорят вам спасибо, Михаил, за ваше участие. Не расстраивайтесь. А если расстраивайтесь, то тогда рыдайте во весь голос. Спасибо огромное, Михаил, Кирилл, Марина. До встречи в третьем туре. Я прошу вас зайти на подиум, уважаемые игроки. Кирилл, Марина, возвращайтесь. Михаил, да, к сожалению, мы даже скажем до свидания. Ну, немного мелодий все-таки угадал. Дорогие друзья, если помните, в самом начале игры я говорил о том, что Кирилл собирается с ветерком прокатиться по нашим музыкальным категориям. И ведь действительно катается и не один, а с очаровательной блондинкой Мариной. Завидуют, белые добрые зависти. Встречайте наших участников. Вот они появляются в студии. Добро пожаловать. Прошу занимать ваши игровые места. Мы в третьем туре нашей программы. Сейчас начнутся великие торжища нашей эпохи. Поздравляю с выходом в третий тур. Играете замечательно, очень весело, хорошо. Лидером по итогам первых двух туров является Кирилл Гаврилов. 1001 игровая фишка, то бишь рублик, который сегодня равняется 10 японским йенам. Вы начинаете торги после моей подсказки. Песня веселых пассажиров дальнего следования. Кирилл, прошу вас. Ну, я, естественно, угадаю эту мелодию с 7 минут. Ну, а я с 6. Я с 5. Угадывай. Песня веселых пассажиров дальнего следования. 5 нот слушаем. Они прозвучали? Мы едем в далекие края. Да, конечно. Угадано. 1-0. Подсказка номер 2. Песня о регулярном костюмированном празднике. Кирилл, прошу. 6. А я с 3. Опа, это самая высокая цена, да? Торги на этом прекращаются. Да, можно поаплодировать. Это не грех. 3 ноты, самая высокая цена песни о регулярном костюмированном празднике. Слушаем. Карнавал. Ах, карнавал. Да, конечно. 1-1, подсказка номер 3. Песня о конце любовного романа в жару. Прошу вас, Марина, вы начинаете. Кирилл, я угадаю эту мелодию с 7 минут. С 5. Ну, а я попробую с 4. Угадывай. Песня о конце любовного романа в жару. 4 ноты. Слушаем. Утомленное... Солнце. Нежно с морем прощалась! В этот час ты признал, что нет любви. Да, конечно, угадано. 2-1. Подсказка номер 4. Песня о самой долгожданной встрече. Прошу вас, Марина, вы начинаете. Кирилл, я эту мелодию угадаю с 6 нот. Я попробую с 5. Угадывай. Песня о самой долгожданной встрече. 5 нот. Слушаем. Похоже на листья желтые, но это не уже листья было. Желтые, это уже было. Верно. Здесь ритм немножечко другой. И на ВГД-ку похоже тоже. И не Аба ВГД-ка. Я даю вам третий шанс. Раз, два, три. Кирилл, прошу вас. Где ты раньше был? Так называлась эта мелодия. И на исходе третьего тура сейчас становится 3-1 в пользу Марины. Кирилл, принимайте поздравления всех зрителей, потому что всем очень понравилась ваша игра. Играли вы замечательно. 1001 рублик погиб в пучине страстей и торгов. Аплодисменты нашему финалисту, вернее, не финалисту, а участнику и нашей очаровательной финалистке. Марина, до встречи в суперигре. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые игроки. И, Мариночка, возвращайтесь. Мы будем вас ждать, обязательно ждать. Надеюсь на то, что у меня все получится. И это произойдет. Это я вам обещаю. Ну, во всяком случае, почти гарантирую. Подаревич становится финалисткой нашей сегодняшней программы. Какие эмоции царят на трибунах? Ведь там ее муж Вадим, дети Анастасия и Ярослав. Все желают победы вместе с миллионами телезрителей нашей финалистки. Встречаем ее. Аплодисменты. Браво, Марина. Хорошо, вас занимайте центральное место. Место финалистки нашего сегодняшнего шоу. Нашей сегодняшней самой музыкальной из всех игровых и самой игровой из всех музыкальных программ.
Поздравляю с выходом в финал, Марина. Вы уже победительница. Как-то вы так устало на меня смотрите. Устали угадывать мелодии? Еще чуть-чуть, и потом слава всего мира ляжет у ваших ног. Аплодисменты нашей финалистке Марина Чеботаревич. Все за вас болеют, все держат кулачки готовы. Начали. Да. Черный кот. Черный кот, конечно, угадано. Дальше. Марина, кнопочку, много времени теряете. На побывку едет. Аккуратней, тишина в зале, полная тишина, гробовая, мертвая. Я подскажу сам, если нужно будет, мы пропускаем эту мелодию. Пока пропускаем. Дальше. Я помню вас и все былое. Я встретил вас и все былое. Есть такая песня, угадана! Напоминаю уважаемым зрителям в студии, что если вы будете подсказывать, я сменю задание. Так что молчите! Дальше. Я люблю тебя, жизнь, угадана! Есть! Дальше. Я иду, шагаю по Москве. Совершенно верно! Следующее. Яблони в цвету, угадана, да! Дальше. Кнопочку, Марина, много времени теряем. Известная песня о литературных героях. Давайте, пока... Мальвина, по-моему. Аккуратней, вы сейчас ошибетесь, и это будет все. Вернемся к мелодии номер два. Слушаем. К сожалению, время вышло. Эх, дороги, пыль да туман. Ну как же вы не знали эту песню? А та была «Мастер и Маргарита». Ну не получилось. Ну и что ж теперь, не аплодировать нашей финалистке Марина Чеботаревич. Аплодисменты. Громче. Марина, спасибо огромное за ваше участие. Играли вы замечательно, несмотря ни на что. Прошу вас занимать ваше место на подиуме. Вы покидаете нас равно победительницей. Но немножечко досадно, потому что, в общем-то, песни-то были известные. Но так случилось, так получилось, и никто не вправе осуждать ход действительности на нашей площадке. До скорой встречи, уважаемые телезрители. До новой яркой, интересной, увлекательной программы. Пока!